одним из самых интересных, жестких и протяженных по времени спортивных состязаний на Земле является кругосветная гонка парусных яхт «Whitbread». С момента старта и до финиша на протяжении 9 месяцев борьба в гонке ведется ежесекундно, не прерываясь ни днем, ни ночью. Гонка требует от яхтсмена фантастической выносливости, находчивости, стремления к победе, необыкновенного азарта и большого мореходного опыта. По степени риска Уитбред не имеет себе равных. На протяжении истории этих соревнований ни одно из них не обошлось, к сожалению, без смертельных исходов. История парусных гонок началась в прошлом столетии. Большие парусники с колониальными товарами стремились прийти в порт назначения первыми, чтобы получить за свой товар наибольшую цену. Первая гонка Уитбред, названная по имени английской пивоваренной фирмы, спонсора этих соревнований, состоялась в 1973 году. В соревнованиях приняло участие 19 яхт. После гонки было принято решение проводить эти соревнования каждые 4 года. Гонки 77 и 81 годов выиграл голландский яхтсмен Кони ван Ридшоттен, поднявший уровень подготовки к гонкам на невиданную прежде высоту. В 89 году гонку выиграл новозеландский экипаж, ведомый Питером Блейком. Он пришел первым на всех 6 этапах гонки, установив при этом новый мировой рекорд. Блейк – легендарная личность. Он участвовал во всех предыдущих 4 гонках и только с 5-й попытки победил. На это ушло 20 лет его жизни. Он произведен в рыцари королевы Великобритании. На этот раз яхтсмены бросают вызов рекорду Блейка в 2 классах – старом макси-классе и специально разработанном для гонок Уитбред новом 60-футовом классе, позволяющим выиграть у более крупных макси-яхт. Представляем участников нынешней гонки. Грант Дальтон, шкипер красавицы Кетча Индевер, Новая Зеландия. В прошлой гонке он был 2-м. Пьер Фелман, шкипер яхты Мерит, 5-кратный ветеран гонок. Росс Филд, шкипер яхты Ямаха, бывший вахтенный начальник яхты Стайнлагер, победителя прошлой гонки. Ямаха – первая яхта нового 60-футового класса. Лаури Смит, шкипер яхты Фортуна. После поломки мачты и выхода Фортуны из гонки возглавил команду Интру. Крис Диксон, шкипер яхты Токио, Япония, Новая Зеландия. Хавьеро де Регондаре, яхта Галиция. Шкипер Деннис Коннор, яхта Уинстон, один из известных участников Кубка Америки. Яхта «Гетман Сагайдачный» выступает под флагом Украины. Шкипер Евгений Платон, ветеран Уитбреда и тоже амбициозно настроен на призовое место. Яхтсмены в кругосветной гонке выкладываются, как на олимпийской дистанции или на Кубке Америки. Выжимают из яхт все, на что они только способны. Поэтому Уитбред – это марафон, который бегут в темпе 100-метровки. Новые типы яхт проходят в сутки более 400 миль. Итак, гонки, которые начались в 73 году, продолжаются и нынешняя, 6-я по счету. Ее можно назвать «Формулой-1» океанских гонок. Шкиперы поведут свои яхты по ураганным ветрам на полных парусах, рискуя разрушить корпуса яхт от перегруза. Гонка проходит в несколько этапов. Яхты стартуют в Англии и через Атлантику идут в Уругвай. Второй этап завершается в Австралии. Это самый длительный и холодный этап, пролегающий через 50-е широты с ураганными ветрами в 75 узлов. Третий этап финиширует в Новой Зеландии. Затем путь лежит снова в Уругвай через Южный океан и мыс Горн. Пятый этап заканчивается в Майами. Шестой, последний этап, финиширует в месте старта. ...25 сентября 1993 года, Саутгемптон. Стартует 15 яхт. В
Флот болельщиков выглядит как массовый исход из Англии. Яхта «Токио» стартует первая. Команду Бруксвилда ждут большие невзгоды. В гонках участвуют и молодые яхтсмены. Так, средний возраст экипажа «Долфин» — 21 год. В гонках участвует яхта «Гетман Сагайдачный», представляющая Украину. «Ла Пост» финансирует почтовое ведомство Франции. С самого начала 60-футовики взяли инициативу в свои руки, и флот разделился на две группы — лидирующую и замыкающую. Бискайский залив встретил яхтсменов сильным 40-узловым ветром. Это первая встреча с непогодой. Появляется возможность попробовать свои силы и проверить оборудование. Однако самые большие испытания — настоящие ураганные ветра впереди. А то, что происходит сейчас — детские игрушки по сравнению с тем, что будет в Южном океане. Первая поломка у яхты «Фортуна», Испания. Шкипер огорчен. Яхта покидает гонку. В этот же день авария случилась и на итальянской яхте «Бруксфилд». У нее ломается руль. Третьей по счету пострадала яхта «Ла Пост». Через 4 дня после старта сломалась «Бизань» от внезапного шквала. Было принято решение починить мачту своими силами и продолжить гонку. С опозданием на неделю берет старт еще один украинский экипаж на яхте «Одесса». Может быть, она догонит остальные яхты в Уругвае. Гонка продолжается, пройден пролив Гибралтар, приближаются штилевые зоны. Говорит Грант Дальтон с макси-яхты «Эндевер». Гонка проходит напряженно. Нам удалось сократить разрыв 60-футовиками. Надеемся их обогнать. Максимально форсируем паруса и глядим в оба за рангоутом. По корме «Эндевера» следует японская «Ямаха». Ее шкипер Росс Филд увлечен гонкой. Мы идем вдоль побережья Португалии. Последние 6 часов в 25-30 узловой ветер нам удалось поддерживать среднюю скорость 25 узлов. И это нас вдохновляет. Яхта «Мерит» попала в штилевую зону, и в ход идут самые легкие и наибольшие по площади паруса. «Бруксфилд» отстает на сутки от флота, но команда пытается его догнать. Деннис Коннор входит в ритм гонки на яхте «Уинстон». У нас в экипаже были разные мысли, где пересекать штилевые зоны. И то, как флот растянулся по фронту, подтверждает разнообразие мнений шкиперов других яхт. Шкипер «Токио» угадал правильное направление ветра и, проскочив в штилевые зоны западнее всех конкурентов, наращивает отрыв от всего флота. Ветер стихает, становится все жарче. Явный признак того, что штилевые зоны близко. «Мы страдаем, не работают вентиляторы», — жалуется штурман с яхты «Долфин». Яхта «Мерит» неожиданно замедлила ход. На киль намотался кусок трала, что вызвало явное неудовольствие шкипера. Шкипер «Эндевера» Дальтон. Хотя бы одно дуновение ветра. Однако Дальтон зря жалуется.
По сравнению с другими яхтами, у него не такая уж плохая позиция. Ну вот, ветер поднялся, и команда «Ямахи» надеется проскочить штилевую полосу. Однако вскоре ветер снова стих. К этому своеобразному вакуумному мешку первой подошел «Эндевер». Традиционно происходит церемония посвящения по случаю пересечения экватора. Эта церемония не всегда приятна. На украинском «Гетмане Сагайдачном» пересечение экватора также отмечается традиционно, но вдобавок каждый посвященный получает несколько несмываемых печатей на теле в виде трезубца, символа Нептуна и заодно герба независимой Украины. Наконец, штилевые полосы пройдены, флот вошел в сильный посадный юго-восточный ветер. Впереди «Эндевер». Скорость ветра достигает штормовой силы. Гонка продолжается в суровых условиях вдоль побережья Бразилии. Тактические игры кончились, и флоту ничего не остается, кроме как следовать в кильватере «Эндевера». За сутки до финиша Уинстон в 50-узловой ветер лег парусами на воду и сломал гик, сведя на нет попытку стать победителем в своем классе. Тактическая хитрость Токио позволила быстро проскочить штили, и она теперь рядом с «Эндевером». Мы в 15 милях от Уругвая. На лодке поднято два самых больших джинакера. Сегодня мы финишируем. Мечтаю о теплом пресном душе, говорит шкипер «Эндевера». И вот яхта «Эндевер» первая на финише в Пунте-дель-Эсте, сократив на 36 часов прежний рекорд этого этапа. Всего тремя часами позже финишировала яхта «Токио», выиграв этап в 60-футовом классе. У нас хорошая лодка и фантастическая команда, поэтому нам удалось прийти первыми в своем классе, говорит Крис Диксон, шкипер «Токио». К финишу приходит яхта «Уинстон» со сломанным гиком. У нас сломался гик и порвался спинакер. Будем наверстывать упущенное на следующем этапе, говорит шкипер «Уинстон». Шкипер яхты «Интрум» Нильсон. Мы делали все возможное, чтобы догнать другие яхты, но нам этого не удалось. Говорит Евгений Платон, шкипер «Гетмана Сагайдачного», комментируя столь неудачное выступление на первом этапе. У нас сразу после старта оторвался обтекатель киля, и из-за турбулентности яхта шла на 12-14% ниже своих возможностей. Это мы починим, но нам не только с этим не везет. Не везет еще и с финансированием. Если оно прекратится, наши шансы на победу в гонке нулевые. В гонках участвует чисто женский экипаж на яхте «Women Challenge». Им было трудно не только физически. Из-за плохого финансирования яхта чуть было не вышла из гонки. Эмоционально встречали уругвайские болельщики во главе с президентом страны родную яхту. Даун Рейли, новый шкипер на яхте с женским экипажем. Во время гонки были проблемы совместимости команды, и ее надо исправлять. Хотя далеко не самый идеальный вариант заменять шкипера во время пути. На «Интруме» также заменен шкипер. Экипаж возглавит Лаури Смит с яхты «Фортуны».
В это время года традиционные шторма, называемые памперо, накрывают побережье Уругвая. Ветер достигает ураганной силы. Чтобы проверить прочность швартовых, приходится знакомиться со столбами освещения. Яхтсмены начинают второй этап гонки, самый трудный из всех этапов. Самые наветренные, самые выгодные позиции стартуют украинцы на Гетмане Сагайдачном, и третьими, после Токио и Интрум, огибают первый поворотный знак. Переход через Южный океан, огибающий Антарктиду, является самым сложным. После удачного старта украинский гетман Сагайдачный в течение первых суток шел впереди всего флота на приличном расстоянии, но двигающийся на восток антициклон вскоре позволил соперникам догнать гетман. Сейчас важно правильно спуститься в 50-е широты за сильными ветрами и затем подняться на север и обогнуть остров принца Эдварда. По мере продвижения на юг, яхтсмены начинают чувствовать дыхание Антарктиды. Сторонясь к югу от зоны высокого давления, яхты прижимаются к ледовому континенту. Лаури Смит, яхта «Интрум». Идем в тяжелых условиях. Сильный ветер, температура около нуля. Гранд Дальтон, яхта «Эндевер». Ветер очень сильный. Яхту бросает вверх и вниз. Скорость ветра 40 узлов, холодно. Температура 0 градусов. Результаты погодных условий налицо. Ломается не только оборудование, но и руки. Даунрейли, женский экипаж. Нам удается поддерживать высокий темп, скорость 15-20 узлов. Случаются и поломки. Кошмаром для яхтсменов являются айсберги, достигающие огромных размеров. Крис Диксон, яхта «Токио». В течение дня мы встречали айсберги разных размеров, однако наиболее сложно приходится ночью, когда скорость не снижается, а обломки айсбергов трудно заметить даже вблизи. Яхта «Эндевер» первой обошла окутанный туманом остров принца Эдварда. «Интрум» — в трех милях по корме «Эндевера». За ними плотно идет целая группа 60-футовиков. На порыве штормового ветра на яхте «Эндевер» ломается мачта. Было снесено около 10 метров ее верхушки. Вот что говорит Дальтон. Мне показалось, что вокруг рушится мир. Шансов на выигрыш всех 6 этапов, что было моей мечтой, нет. Сейчас, похоже, моей мечте не суждено осуществиться. Члены экипажа «Эндевер» явили собой образец мужества, пытаясь своими силами в ревущем океане починить мачту. После острова принца Эдварда «Интрум» пошел южнее других яхт и установил новый мировой рекорд. За сутки пройдено 425 миль.
целях безопасности каждые 12 часов яхты обмениваются взаимно своим местоположением. Молодежный экипаж яхты «Долфин» старается пересечь рубеж суточного пути в 400 миль и присоединиться к клубу 400, который кроме Интрума уже вошли Токио и Галиция. Но у «Долфина» внезапно отрывается руль. Экипаж попытался зафиксировать его с помощью веревок. Говорит шкипер «Долфин» Мэтью Хэмфрис. Мы закрепили руль на ходу своими силами, но боюсь, что этого крепежа не хватит на 3000 миль до Австралии. Для проведения ремонта Мэтью опустился в ледяную воду. Члены экипажа поют песню «Beatles Yesterday». Еще вчера казалось, что у нас никаких проблем не будет. 3 декабря. Южный океан. У Бруксфилда вырывает кусок днища вместе с рулем и нижним подшипником. Яхта принимает на борт 3 тонны воды. Затоплен кормовой отсек с аккумуляторами. Вся электроника вышла из строя. Яхта на грани гибели, но экипаж нашел в себе мужество бороться. Заделывается пробоина и откачивается вода. Радиобуй, срабатывающий автоматически на глубине 5 метров после того, как судно затонет, вручную включается экипажем для подачи сигнала СОС. Оргкомитет гонок, получив сигнал, поручает яхте «Эндевер» координировать поиск пропавшей яхты по радио. Яхты «Уинстон» или «Апост», как ближайшие к зоне бедствия, были направлены на поиск «Бруксфилд». Через 12 часов после подачи СОС «Ля-Пост» нашла яхту. Говорит вахтенный начальник «Ля-Пост». Мы нашли яхту, продвигаясь навстречу 60-узловому ветру. Экипаж Бруксфилда решил остаться на своей яхте и продолжить гонку. Ля-Пост сопровождал Бруксфилд несколько часов. Нырок Интрума на юг позволил ему возглавить гонку и лидировать до берегов Австралии. Яхта «Мерит» продолжает преследовать «Эндевер». На полных парусах она приближается к ней и обходит ее. С тактической точки зрения, этот этап экипаж яхты «Интрум» провел блестяще и первым пришел к финишу. Все члены экипажа отлично справились с задачей. Это слова шкипера «Интрум». Второй к финишу пришла яхта «Токио». Говорит Крис Диксон, ее шкипер. Гонка была тяжелой, было очень холодно, ураганный ветер. Условия ужасные. Третьей пришла «Ямаха» через 15 часов после Токио. Первой в классе «Макси» была яхта «Мерит», обогнав на 90 минут «Эндевер». К финишу самостоятельно пришла и яхта «Бруксвилл», преодолев все свои несчастья. Одного из членов экипажа встречает на берегу подруга. Несмотря на поломку мачты, по сумме двух этапов впереди «Эндевер», опережающий ближайшего соперника на 6 часов. На втором месте «Мерит». Уинстону вычтен 21 час за поиски Бруксфилда. Бруксфилд занял 6 место по сумме двух этапов. На первом месте по общему результату яхта «Токио», на 3,5 часа опередившая «Интру». Во Фримантле яхта с женским экипажем получила новое название. Имя пивоваренной компании «Хайнекен».
Шкипер Хайнекен прекрасно понимает все плюсы и минусы женского экипажа. Единственное наше преимущество – это то, что мы умеем работать слаженно, как единая команда. Но, к сожалению, мы не обладаем большой физической силой. На яхте «Ля Пост» происходит смена экипажа. Шкипер Уинстона недоволен попыткой опротестовать 21 час, вычтенный из ее результата за поиски Бруксфилда. На третьем этапе до Новой Зеландии все решит тактика. 9 января. 60-футовики выстроились в линию после старта. На Гетмане Сагайдачном проблемы с парусами, говорит шкипер Евгений Платон. Износившиеся паруса рвутся, и у нас не остается никаких шансов на победу. К сожалению, в отличие от наших соперников, у нас денег на новые паруса нет. Карта погоды показывает легкие ветра у побережья Австралии и сильные ветра южнее. Туда устремляется Деннис Коннор на Уинстоне. Остальной флот плотной группой севернее. Мы решили пойти южнее, чтобы поймать сильный ветер. Если мы придем первыми, то будем героями. Если нам это не удастся, то мы скажем, что карта погоды была составлена неправильно, и виноват будет штурман. Пока скорость 17 узлов, говорит Деннис Коннор. Что касается остальных участников гонки, то их ждало разочарование. В полосе безветрия находится и Гетман Сагайдачный. Даже спинакер цвета родного флага не помогает украинцам. Уинстон уходит вперед, опережая остальных участников гонки на 140 миль. Свежий западный ветер позволил отстающим участникам догнать, а затем и перегнать Уинстон. Усиливающийся ветер на Мерите форсирует паруса до предела. Спинакер не выдерживает, обрывается фаловый угол, и парус падает на воду, превращаясь в трал. Среди 60-футовиков лидирует Токио. Члены экипажа яхты «Ямаха» выжимают из лодки все. На «Долфине» аккуратная работа с парусами позволяет достичь скоростей более 20 узлов. У Уинстона ветер прекратился, и скорость у яхты упала. Говорит Деннис Коннор с яхты Уинстон. Теперь наша очередь. Скорость яхты не превышает 5 узлов. Остальные яхты наступают нам на пятки. Было бы хорошо сохранить преимущество. В Тасмановом море Интрум несет полные спинакеры в 40-узловой ветер. Но ветер внезапно меняет направление и становится встречным. И Ямахе, и Интруму приходится отворачивать, чтобы достигнуть северного мыса Новой Зеландии. Опять впереди Токио. В лучах восходящего солнца яхта приближается к берегам Новой Зеландии. Уинстон частично наверстал время, упущенное в середине гонки. Говорит Деннис Коннор. Мы идем 2 недели, прошли расстояние около 3000 миль и приближаемся к северной конечности Новой Зеландии. У нас еще есть шанс выиграть этап, если ветер внезапно изменится. Лучшие шансы у яхт Токио и Эндевер. Я думаю, что между ними будет жесткий поединок. За Токио идет Эндевер. Вы видите напряжение на лицах его экипажа. Им очень хочется прибыть первыми на свою родину.
Ямаха тоже пытается поймать ветер с тем, чтобы прийти к финишу одной из первых. Ямаха и Галиция рядом. К ним присоединяется Лапост. Токио идет впереди, но легкий ветер и большее количество парусов дают больше шансов на победу Эндеверу. Разразилась настоящая дуэль между двумя новозеландскими шкиперами, мировыми звездами парусного спорта. Многочисленные огни – это освещение яхт, встречающих участников гонки. Вдали видны огни Окленда. Перед финишем все-таки вперед вырывается Эндевер. Легкий ветер дает ему преимущество. Токио проиграло всего 2 минуты. Три часа утра. 100 000 болельщиков встречают участников гонки. Говорит шкипер Эндевер. Мы сделали все возможное, чтобы прийти в свой родной город первыми. Я хотел бы отдать должное и сказать теплые слова в адрес Токио. Они великолепно работали, и у них были все шансы выиграть. Яхта Токио стала победителем гонки в 60-футовом классе. Говорит шкипер Токио. Практически на всем этапе мы были впереди яхты «Эндевер», которая по размерам значительно больше нашей яхты. Это честь для нас. На таком продолжительном пути к финишу мы пришли очень плотно друг за другом, и до последней минуты мы имели неплохой шанс победить «Эндевер». Жители Окленда и средства массовой информации Новой Зеландии горячо приветствовали успех Токио. Второй в 60-футовом классе была яхта «Уинстон». Им добавили 4 часа к вычтенному прежде 21 часу, и по сумме 3 этапов Уинстон оказался на 3-м месте. Скоро будет дан старт 4-го этапа. В экипажах разных яхт очень много новозеландцев. Вот почему 300 000 зрителей собрались на побережье и на воде, чтобы посмотреть на старт. Такая толчея очень опасна. Во время прошлых гонок здесь же яхта с болельщиками столкнулась со шведской яхтой «Карт» и сломала ей мачту. Комментирует шкипер Ямахи. Я думаю, что нужно иметь специальные службы водной полиции, которые бы следили за порядком во время старта, во избежание аналогичного инцидента. Основная задача 4-го этапа – наиболее удачно обогнуть мыс Горн. Итак, дан старт. 8 яхт пересекли стартовую линию раньше выстрела, и они возвращены для повторного старта. Это самый большой фальстарт за историю гонок Уитбред. Очень удачно начала гонку яхта «Эндевер».
Прекрасно идет и Токио. Среди женского экипажа в самом начале гонки травма. Одна из яхтсменок поранила руку. К счастью, на борту был врач. Было наложено 17 швов. Не самый удачный старт. Сразу после старта у берегов Новой Зеландии флот настиг атмосферный фронт с сильным ветром. Интрум устремился на юг в надежде получить больше ветра. Это идеальная погода для 60-футовиков. На порывах ураганного ветра яхты устремились от берегов Новой Зеландии к мысу Горн. В этих условиях свой собственный рекорд установила яхта «Ямаха». За сутки преодолено 417 миль. Тогда же яхта «Галиция» прошла свои рекордные 419 миль. Однако король скорости по-прежнему Интрум. Он побил свой же мировой рекорд. 428 Говорит шкипер Интрум. Мы прошли 428 миль за последние сутки. В этот раз рекорд дался нам легче. Я думаю, этому способствовала погода. В экипажах очень важна психологическая совместимость. Яхтсмен должен относиться с большой терпимостью к проступкам и ошибкам товарищей по команде. Яхтсмен в гонке испытывает сильный дискомфорт. Его гардероб состоит из одной сумки, приходится спать там, где на данный момент позволяет центровка яхты. Усталость и физическое истощение делают совсем излишним прием снотворного, и где спать особого значения не имеет. В основном в пищу идут обезвоженные продукты в вакуумной упаковке. Столов нет, мытье посуды носит символический характер. На отдых тоже много времени нет. Одежда состоит из нескольких слоев вечно мокрого, тяжелого и соленого обмундирования. Лодку все время кидает, и нелегко удерживать равновесие даже внутри яхты. То есть все, от чего можно прийти в крайнее раздражение. Единственное, что поддерживает настроение, это юмор. Хочешь взглянуть на это? На палубе совсем не до этого. В Южном океане яхтсмены сталкиваются с такими же трудностями, что и альпинисты в Гималаях. От холода немеет тело, и нужно напрягать всю силу воли, чтобы отодвинуть физические страдания на второй план. При подходе к Горну сильный встречный ветер. На «Долфине» появились подозрительные звуки в районе киля. Пришлось нырять, чтобы установить причину. Несколько болтов крепления расшатались и срезались. Говорит Мэтью Хамфри. Мы в 700 милях от мыса Горн, ближайшая земля. Еще 1400 миль от Горна до финиша. Все спасательное снаряжение подготовлено и находится на палубе на случай, если киль оторвется и яхта затонет. Пришлось принять крайние меры предосторожности. Члены экипажа спят около выхода, чтобы в случае необходимости быстро покинуть тонущую яхту. Знаменитый мыс Горн, где штормит каждые 4 дня. За горным хребтом долина, где проживает племя Гаучо. Это одна из самых известных географических точек земного шара и мечта каждого яхтсмена – обогнуть его. Folks, the most famous landmark in the world, Cape Horn at the bottom of South America.
Комментирует журналист Пит Монтгомери. Первый огибает Горн, яхта «Интрум». В 10 милях сзади «Эндевер». «Интрум» возглавляет весь флот. Это следствие выжимания из яхты предельных возможностей, на грани ее разрушения. До уругвайского порта, Пунто де Лесте, остается 1200 миль. «Эндевер» сопровождает фрегат чилийских военно-морских сил. Это своеобразное «до свидания» после перехода через Южный океан. На вопрос, получили ли вы удовлетворение от гонки в Южном океане, Дальтон ответил: удовольствие не было точно, холодно и мокро. Южный океан и мыс Горн для яхтсменов — это приблизительно как визит к дантисту. Приятного мало, но необходимо для дальнейшего продолжения нормальной жизни. И мы счастливы, что покидаем Южный океан. Гетман Сагайдачный прошел мыс Горн при типичной для этих гиблых мест погоде. Жесткий шторм, переходящий в ураган, скорость ветра достигает 65 узлов, но отчаянные потомки запорожских казаков преодолели и это, хотя и замочили немного чубы. Очень упорно идет вперед Ямаха. Чуть позади Токио. Пройдены Фолклендские острова. По-прежнему впереди «Интрум». Вслед идут «Эндевер», «Токио», «Ямаха», «Галиция». Но ветер закисает. Короли скорости делаются абсолютно беспомощными. Говорит яхтсмен «Интрума». До финиша 600 миль. Мы, конечно, разочарованы. Были впереди, а сейчас ветер стих. Мы практически не движемся. На горизонте яхта «Эндевер». На «Интруме» берут на нее пеленги. Говорит Дальтон: «Интрум рядом. 40 милях сзади Токио, и погода такова, что никаких прогнозов, кто будет первым на финише, сделать невозможно, хотя мы и стараемся быть первыми». Под покровом ночи «Эндевер» достал лидера, пользуясь огромными парусами для легкого ветра, и финишировал первым, в очередной раз перекрыв рекорд, установленный яхтой «Стайнлагер» на этом этапе в прошлой гонке. «За последнюю ночь нам удалось вырваться в лидеры, но гонка была очень тяжелой», — говорит Дальтон. Через 5 минут финишировала «Интрум», — говорит ее шкипер. «Мы опережаем на 5-6 часов своих ближайших конкурентов, а «Эндевер» гоняется в своем классе. Но спорт есть спорт, и мы приняли их вызов. «Эндевер» намного быстрее нас, но лидировали все время мы, и буквально только перед финишем они вырвались вперед». Третьей пришла яхта «Мерит». Для освещения используются аварийные средства. «Токио» пришла четвертой, а в своем классе она была второй. Нам не удалось на этом этапе прийти первыми, но мы рады тому обстоятельству, что по сумме 4 этапов мы занимаем 1-е место. «Интрум» великолепно прошла этап, и основная борьба впереди. Пунто де Лесте произошел неприятный инцидент, который имел международную огласку. Один из членов экипажа «Ля-Пост» якобы избил местного жителя и за это был посажен в тюрьму. Несмотря на все усилия, которые были предприняты по дипломатическим каналам, этот бедный яхтсмен к началу старта так и не был освобожден. Таким образом, яхта вынуждена была начать гонку, имея экипаж на одного человека меньше. Перед стартом члены экипажа выстроились на палубе, требуя освободить яхтсмена.
Яхты устремляются к следующей точке финиша – форту Лаудердейл, Майами. Слабый ветер лидирует яхты класса «Макси», но циклон принес штормовой ветер, и 60-футовики показывают свою мощь. Говорит шкипер Токио. Ветер 15 узлов. Мы движемся со скоростью около 80 узлов. Ветер встречный. Рядом с нами, но чуть позади, Ямаха. Пока мы спинакеры не ставим. И вот начался шторм. Говорит Глен Кессел с яхты «Долфин». Мы промокли до нитки. И как назло, на этот теплый по ожиданиям этап мы взяли всего лишь по одной майке и одни шорты. И это нам совсем не нравится. Вот что со мной сделала гонка Уитбред. Несколько суток подряд яхты шли против встречного ветра и волнения. От этого пострадали в первую очередь корпуса яхт. У «Долфина» началось расслоение корпуса. Это как раз то место, где началось расслоение. Трещина от днища до палубы. Эта часть стала особенно сильно прогибаться, и мы опасаемся за яхту. «Долфин» направляется в Рио-де-Жанейро, порт, где можно провести ремонтные работы. Из-за постоянных сильных ударов волн, аналогичной проблеме, на «Эндевер», команда принимает решение заняться ремонтными работами во время гонки. В частности, они порезали койки и укрепили корпус изнутри с тем, чтобы он был более прочным и не прогибался. Кажется, что работа проходит успешно, подпорки держат. Яхта «Ла Пост», которая идет в 6 милях сзади, столкнулась с такими же проблемами. Вы видите трещины на корпусе яхты. Шкиперы яхты наблюдают за тем, как идут работы. Шторм разрушает не только яхты, страдают и члены экипажей. Один из членов команды мерит и рассек бровь. Другой порезал ногу. Третье апреля. Токио идет против 25-узлового ветра, но не выдержала мачта. Было 8 часов вечера, время ужина. Я сменился с вахты и уже находился в койке. Вдруг яхта резко выпрямилась, что всегда является не очень хорошим признаком. На этот раз случилось худшее. Сломалась мачта, и экипажу потребовалось 6 часов, чтобы поднять ее из воды и уложить на палубе. Токио пришлось идти в один из ближайших портов, чтобы починить мачту и продолжить гонку. Прибыв в порт поздно ночью, экипаж приступил к замене срочно доставленной секции. В конце концов, они продолжают участвовать в гонке.
now for 36 hours. Говорит Крис Диксон. Ремонтные работы заняли у нас 36 часов. Опережая график, мы установили новую мачту и через 2-3 часа опять выходим. Мы продолжаем участвовать в гонке. По мере приближения к штилевым зонам начинает отставать интрум. Для экипажа великолепная погода для отдыха, однако для гонки это совсем не важно. Прекрасная вода. Ветер совсем умирает, и одна надежда на порывы из-под дождевых туч. Это место, где гонки или выигрываются, или проигрываются. Но Ямаха ветер не теряет. На этом этапе в команде профессиональный метеоролог, и результат этого мудрого шага налицо. Пока все соперники припаркованы в штилях, Ямаха идет с хорошей скоростью к финишу. Мы находимся в 120 километрах от побережья Бразилии и уверенно лидируем. Впереди Карибское море. Яхты приближаются к экватору. Традиционная церемония крещения матросов, впервые пересекающих экватор, посвящает в настоящие моряки Николаса Вайта. Впереди Ямаха, и она уже недосягаема для конкурентов. Второй раз за время гонок экипаж яхты «Хайнекен» теряет руль. Неожиданные проблемы и на «Гетмане» с Сахайдачным, говорит шкипер Евгений Платон. Мы находимся в 48 милях южнее экватора. Ночью в проливной тропический дождь на шестиузловом ходу мы натолкнулись на нечто. По-видимому, полузатопленный контейнер, и он нам срезал кусок наружной обшивки. Это не Южный океан, но из-за плавающего в океане мусора надо постоянно быть начеку, иначе не мудрено и затонуть. И вот, наконец, форт Лаудердейл. Ямаха с триумфом входит первой. Теперь по сумме 5 этапов она впереди. У лидирующей до этого яхты Токио сломалась мачта, и все наработанное ранее пропало. Говорит Росфилд. По всем предварительным прикидкам и расчетам, этот этап должны были выиграть Макси-яхты. Но экипаж работал отлично, и мы выиграли этот этап. Я очень этим доволен. Второй финиширует яхта «Мерит» и получает приз компании «Хайнекен». Сразу вслед за «Мерит» пришла яхта «Индевер». От постоянных ударов волн началось расслоение обшивки корпуса. Именно из-за этого мы и проиграли. Финиширует «Интрум». Весь выигрыш над «Ямахой», который дался с таким трудом в Южном океане, был потерян в штилевых зонах. Конечно, нам не повезло. Когда на Токио сломалась мачта, у нас были хорошие шансы прийти первыми, но что поделать, гонка есть гонка. В Америке гостеприимная украинская диаспора, несмотря на раннее утро, встречает Гетмана Сагайдачного хлебом и солью. Восторженный прием был оказан американскому экипажу «Хайнекен». Они получили поздравления из Белого дома от супруги президента Соединенных Штатов Америки. В этом послании поздравлений говорится о том, что женский экипаж служит хорошим примером для молодых американок. Говорит шкипер Хайнекен. Я очень счастлив получить это поздравление. Кто бы мог подумать, что даже в Белом доме следят за кругосветными гонками. Раньше об этом нельзя было даже подумать.
Через неделю приходит яхта Токио. Я очень расстроен. У меня даже нет слов, чтобы высказать свои чувства. Иногда приходится прибегать и к хирургии для починки корпуса яхты. При расслоении обшивки единственный способ – это вырезать поврежденный кусок и вставить новый. Поврежденные участки специально маркируются. Предполагается, что в классе Макси победит яхта «Эндевер». А в 60-футовом классе «Ямаха» есть шансы на победу и у «Интрума». Наконец, последний этап до Саутгемптона, Великобритания, где надо аккуратно идти в попутном течении Гольфстрима. 21 мая, Форт Лаудердейл. Дается старт. Уверенно стартует украинский участник Гетман Сагайдачный. Первым у знака «Интрум», за ним «Мерит». Третий идет Гетман Сагайдачный. Мерит и Бруксфилд делают радикальный маневр, выходят из гольфстрима и устремляются на восток. Для шкипера Мерита на карту поставлено все – победа или проигрыш. Остальные участники гонки идут в попутном гольфстриме. Говорит Грант Дальтон, шкипер Эндевер. Через 3-4 дня мы узнаем, кто был прав. Свежий ветер и течение гольфстрима образовывает толчею волн. Наконец ветер повернул на запад, подняты спинакеры. Ветер набирает силу, и они заменяются на более тяжелые и прочные. Шестидесятифутовики держатся вместе и уверенно движутся к побережью Англии. Намерите веселье. С самого начала они оказались первыми и пока что уверенно держат лидерство. Надолго ли? Сильные туманы. Преимущество Мерита и Бруксфилда утеряно. Говорит Лаури Смит, шкипер Интрума. Мы приближаемся к опасной зоне с многочисленными айсбергами. Стоит туман, и наш локатор работает не очень хорошо. Мы идем со скоростью 15 узлов, 25-узловой ветер. Видимость плохая, и, естественно, все мы очень нервничаем. Магнус Олсен пытается починить радар. Just
Сейчас мы проходим мимо места, где затонул Титаник. Говорит Тоби Айлс с яхты «Долфин». Всего два дня назад мы видели кита, а вчера вечером на приличной скорости в густом тумане мы на расстоянии одного корпуса увидели айсберг. Он буквально выкатился на нас из тумана. И размеры его были весьма внушительны, где-то 20 метров в высоту, 50 метров в ширину. Очень опасно и страшно. Зону туманов прошли все яхты. Впереди яхтсменов ждал штормовой ветер 45-50 узлов. На последнем участке пути перед Великобританией погода решила испытать на прочность и яхтсменов, и яхты. Вот где нужны настоящие мужские качества. Галиция шла со средней скоростью 25 узлов. Ляпос также уверенно шел вперед. Ремонтные работы, проведенные ранее, вселяли надежду на прочность корпуса. Интрум не достает Ямаху. Экипажу Токио терять нечего, и они выжимают из лодки все. Огромный океанский танкер борется со штормом из последних сил. А каково на небольшой яхте? Эндевер старается прийти к финишу первым, хотя это погода для 60-футовиков. Однако и для некоторых из них велики ураганные порывы ветра. На Бруксвилде лопнул грот. Пострадал не только корпус, не выдержали даже мощные лебедки. К проливу Ла-Манш приближается Хайнекен, и в этом месте у яхты в третий раз ломается руль. Экипаж яхты «Уругвай» передает им на спасательном жилете свой запасной руль. Хайнекен идет нормально с аварийным рулем уругвайцев, однако вскоре и новый руль опять начал отрываться. С Бруксвилда катером доставляется еще один запасной руль. С ним и финишировала многострадальная Хайнекен. Яхта «Токио» последние 120 миль преодолела за 6 часов и финишировала первой. Мы, конечно, разочарованы тем, что не удалось занять общего первого места. Однако тот факт, что из 6 этапов мы выиграли 3, говорит о многом. Экипаж яхты «Уинстон» успешно завершает гонку и финиширует вторым. Мы очень верно рассчитали свои силы, тактически правильно выстроили гонку и оказались в числе первых. «Ямаха» пришла третьей. Экипаж этой яхты проделал огромную работу. Мы достигли берегов Великобритании. Экипаж работал отлично. И мы счастливы закончить гонку, будучи победителями по сумме всех 6 этапов. Это фантастика. В классе Макси Яхт Эндевер занял первое место, побив рекорд прошлой гонки по суммарному времени. Когда в течение последних суток стало ясно, что мы не сможем обогнать 60-футовики, мы пошли на финиш осторожно, опасаясь поломок. Тем не менее, Эндевер завершил гонку первым в своем классе.
Я прилагал все усилия к тому, чтобы обойти 60-футовики. И ничего необычного в этом не вижу. Бессмысленно участвовать в гонке, если кто-то другой на меньшей яхте придет раньше тебя на финиш. Говорит шкипер Ямахи. Дальтон потратил 3 года на подготовку к тому, чтобы установить новый мировой рекорд. Но мы тоже довольны победой в своем классе. Финиширует Интрум. По сумме 6 этапов они занимают 2-е место. Тем не менее, шкипер разочарован. Когда ветер киснет, мы отстаем. Когда ветер усиливается, мы лидируем. Дело, скорее всего, не в конструкции яхты, а в парусах. Яхта Мерит в классе Макси заняла 2-е место. С точки зрения шкипера, борьба 2 классов яхт была очень интересной. В слабый ветер выигрывали Макси, в сильный ветер – 60-футовики. В средние ветра мы шли одинаково, и к финишу зачастую приходили вместе. На 7-м месте по итоговому результату всех этапов украинская яхта «Гетман Сагайдачный». Она отстала от лидера всего на 14 суток. К сожалению, Россия не была представлена в этой гонке, а жаль. Остается лишь надеяться, что в следующей гонке будет и Россия. Говорит шкипер яхты «Гетман Сагайдачный» Евгений Платон. Гонка позади, мы на 7-м месте, и оно вполне соответствует нашему финансированию. Невозможно соревноваться с ведущими яхтсменами мира, имея в распоряжении всего 10% от их бюджета. Можно сказать, что для нас это была учебно-тренировочная гонка. В целом гонка прошла очень удачно. 60-футовики показали отменную скорость. Случались и поломки, но экипажи были на высоте. На высоте были меры предосторожности, предпринятые организаторами гонки Уитбред. Что касается конструкции яхт, то иногда их корпуса не выдерживали нагрузок и разрушались. В следующих гонках будут участвовать только 60-футовики, и, возможно, маршрут гонки будет изменен. Мы задали вопрос участникам гонки, почему они участвуют в этих состязаниях. Мне понравилось то, что гонка была пронизана духом соревновательности. А кроме того, люблю приключения. Боже мой, я счастлив. Гонка фантастически интересная. Гонки Уитбред единственные в своем роде. Они полны приключений. А мне нравится сталкиваться с приключениями. Гонки очень трудные, но это вызов, который мы бросаем природе. В гонке я встречаюсь с новыми друзьями. Для меня гонки Уитбред — это смысл жизни, и к ним я готовлюсь 4 года. Хорошенькие вопросы вы задали. Евгений Платон. Для меня Уитбред стал смыслом жизни, который я пытаюсь постигнуть каждые 4 года. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, наверное, пока не выиграю.